Я просто хочу обратиться к людям и попросить. Не высовывайтесь вы сейчас на улице. Поймите, что вас используют и наших детей используют как пушечное мясо. Сегодня уже понаехали сюда с Польши, с Голландии, с Украины и уже с Россией, с этой открытой Россией, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны. Скажите, а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда.